говорю. Мы замутились. Окей, у нас Марк и Ген жопа. Генсуха. Два трейдера. Сразу Марк, я вижу, улетел в канализацию, вылез снизу. Сейчас он будет за кем-то охотиться. Слушай, ну Марк хорошо играет. Это явно. Ну, типа, и разговаривать он умеет. Не то, что ты. Ладно, шучу. А, да? Лой, ты как комментатор бомба, конечно. Я стараюсь, если не, честно. Не, я тебе без шуток говорю, ты очень хорошо комментируешь, говоришь все по игре прям. Не Пчелкин, конечно. Ну да, к Алексею мне далеко. Не, к Алексею всем далеко. Вообще, блядь, никого нет возле Алексея. Ну, кроме его жены, как бы. Ну да, она очень близко. Вот свет выключи, я сейчас кихантика. Ой, ой, не уёбывай. Там света нет, а там света нет, все хорошо. Блядь. Все хорошо, там света нет. Надо, чтобы он нажал на кнопку, блядь. И еще я знаю, где труп коровая. Охуя, Рома, ты за мной так, блядь. Бежал подозрительно, прям пиздец. Труп коровая в админке, но я не успела до него добежать зарепортить. В админке под карточкой, это коровая валяется. А вот Хантика зарепортил инсайдер. Блядь, а где Хантик, сука, был? Подождите, стой, Хантик был с нами. Мы справа все бежали чинить электричество. Он отделился от нас вниз. Там, секунду. Там был ты, Генсуха, я, Строго, Хантик. У нас там 5 человек было, по-моему. Все, я была. Мы бегали нога в ногу с этим, с Ваней. То есть шестером, да? Ну, инсайдер, кстати, отделился. Даша была... Я была инсайдер, потом я ушла в связи. Дайте Ваню. То есть вас все-таки интересует, где труп нашел или нет? Да, давай, говори. А то Марк начинает орать, Рома тоже, а что-то труп был, где склад снизу, в этой, где спуск мусорки. Склад центральный? Где канистра? Где канистра? А кто починил? Можно я скажу? Туда Марк бежал, типа, в ту сторону. Я бежал с Ваней. Там все спускались, стой, мы в пятером бежали туда, Ром. В смысле пятером? Когда пятером? Мы в пятером бежали с этих комет ебаных туда, к электричество отключилось. Нет, ну нет, да, нет. Я бегал с Ваней, Ваня видел меня, я Ваню. Электричество отключилось до комет. Марк, а как ты видел, что после, Ром, если ты не видишь никого, когда электричество выключено? Боже, я говорю, мы побежали туда в пятером, да, потому что электричество отключилось, мы стояли в одной комнате, мы все побежали его чинить. Слушай, все. По-моему, у Марка плохая ситуация. Ты уверен, что тебя перейти? Стоп! Тебя не было! А Ваня, кто чинил электричество? Я и ты, да? Да, мне не было, потому что не успел добежать, я самый последний успел на кометах. Ты первый пробежал, алло! Я... Куда я самый последний докачал файлы с инсайдером, блядь? Ты же потом скажешь. Ну, смотри, это Ликси боевого. Вадим, смотри, короче, когда Рома начал душить Марка, смотри, на его начала сейвить Наташа сразу. И тут можно было бы накинуться и на Наташу, но Роме не сильно хватило напористости сказать, а, это вы, потому что Рома сразу пошел в защиту. А, меня Ваня видел, а я не видел Ваню. Все, мы красим. Если бы он задушил дальше, то Марк бы просто сломался. Одну секунду, я хочу разрядить обстановку. Я хочу сказать... Да. 5. Говори. В чат. Ой, если... Марк, ему. 5 в чат, если... Мне как-то не рифмуется, Марк, плохо. Забей, извини. Ну, кстати, если Наташа начала дефать, я думаю... Понял, все, блядь. Так, я сейчас видела, как кто-то винтанулся в меди, открывался люк. Рома и Ликсу сдохли. Кто на... Кто? Опа! Наташа. Я бы сказал, я прибежала на О2, и там был труп, и я видела, по-моему, кто-то убежал оттуда. На верхней. Вы кого-то видели? Да, я знаю. Короче, Рома и Гучимоли заходили в электричество. Я оттуда вышла, когда Марк заходил, Рома труп. Потом я еще, когда стояла на секрет-руме, ну, секьюрити, открывался люк медотеки. То есть, скорее всего, уебали Рому на электричество. А ты не хочешь спросить? А ты где? А ты не хочешь спросить, кто меня видел и с кем я был, блядь? Ну, давай. Давай, говори, Марк. Последние секунд 10. Ну, последние секунд 10 я бежал по столовой на верхнее электричество, мы пересеклись с Наташей, блядь. Ну да, ты вышел с медотека. Я вышел с медотека и пошел направо, а ты куда пошла? Потому что люк открывался, а я пошла через камеры, через верхний реактор смотреть, кто вышел с медотека, но ты, видимо, быстрее выбежал. Так ты меня на камерах тогда увидела. И камеры не горели, на секундочку.
Как только я увидела краем... Так, камеры-то не горели, Юль. Горели. Я видела, как Наташа тоже бежала через верх. И как только я увидела анимацию Люка, я побежала в медосек. Брат, потому что ты мог оставаться там внутри и не выходить до последнего, чтобы я на камеру тебя не увидела. Хотя боевал вообще никуда не говорил. Я на Марка, ты по прошлому раунду... Мы все чинили. Наташ, голосуй! Тикайте просто Марка. По прошлому раунду... Да, по прошлым раундам, да, он был достаточно... В электрике. Вдвоем. Наташе надо и голосовать. Потом он каким-то чудом выходит Good luck, через верх. Ребята, вам. Давай, удачи. А спасибо, Марк. Она вам понадобится. Да. Ну, смотри, если они бегали втроем, Байовал бегала одна, то можно с этим что-то придумать и типа сказать, а может это и Байовал насыпала грязюки, блядь? А ты тут мне пиздишь, малая? Ну, КЗ, сомнения. Ситуация, честно, такая себе, я думаю. Да, ситуация такая, но я не сильно уверен, что Наташа Вселенова сможет, но я бы боевал вряд ли убивал, я бы убивал бы тех, кто... Блядь! Я бы убивал бы тех, кто бегают толпой, потому что они сейчас были втроем, они сейчас втроем. Пизда ей, все. Вот, все, и пизда. Ой, не бегай ты же возле этого трупа. Ну бегай, хотя и убивай по одному их, слышишь? Слушай, ну если не будут... Шурупов бегает один, слышишь? Блядь! Давай посмотрим. Ну все, пизда, Наташ. Что можно сказать? Ребят, скажите, кто это был сначала? А, я сейчас видела строго в электричестве. Ну, я считаю, что это самый репорт. Я не знаю, типа, я сначала подозревала инсайдера в начале раунда, еще в начале, я еще то, не сказала. А сейчас... Подожди, основания какие в начале раунда меня подозревать? Очень хочется услышать. Сейчас, вспомню. Нет, ответ неверный, Наташа. Ответ неверный, до свидания. Окей. Если Ючка была с Ваней, я сейчас нашел труп. То, что он сейчас побежал наверх. Да, мы бегали, пересекались много раз. Он сейчас побежал наверх и, ну, все, и убил. Ты сказала кому? Так, про тебя. Где ты? Наташа, можно вопрос по прошлому трупу? Ты где убил? Он побежал наверх. А где убил, Наташа? Я еще вначале говорила, вы не помните про инсайдера я говорила? Нет, тебе так в прошлый раз не дали сказать. Нет, Рома и Марк. Инсайдер очень красный игрок, и она не может его засушить. Наташа, учитывая, что никто, кроме тебя, меня не вбрасывает, и вообще никто в мыслях не было про саморепорт, и Ючка была с Ваней, но это странно. Я не вижу других вариантов. Ну, типа, кто это еще может быть? Я могу сказать, что это не инсайдер, это Наташа, потому что в прошлом раунде мы были втроем вместе с инсайдером и с Шурпом. Ну, и со строго, а тогда был дабл килл. Вроде бы. Даш, нет. Я говорю по тому факту, что я переметнулась с инса. Ладно. НТ, Наташа. НТ, блядь, НТ, давай. Батя, она на него накинулась, я охуел. Это было хорошо. Один факт какой-то. Я вкинула в инсайдеров в начале. Я хотела сейчас убить, кто был в электричестве. А я думал, ты будешь за Ваней просто бегать и убьешь потом. А я не успела, я его потеряла сначала, ты видел? Ты убежала просто вниз, а типа она была за ним просто бежать и убить его. Нет, я бежала за ним, у меня таймер по киллам, ну типа кдэшился, очень огромный кд. Потом я добежала до своего трупа, я вижу то, что он не зарепортил труп, значит он куда-то наверх убежал. И все, я типа побежала. Не, Наташа, ты просто начала оговорить, типа... Не-не-не, я... Нет, зайдите последний. Юля, подожди. Я не могла вспомнить свой вкид, который в начале раунда у меня еще был. Нет, понимаешь, просто в прошлом раунде у нас был дабл килл, и типа мы вместе втроем были весь раунд с инсайдером и со строго. Даш, нажми кнопку, пожалуйста. Да, я уже нажала. Извини, пожалуйста. Блин, Хантик, убери собаку, ебаную. Ну ладно, похуй. Хантик, пса, убери своего. Так, это уже интересно. Слушай, дядь, мне кажется, или этим цветам выпадает больше всего, так сказать, трейтеров. Потому что Макривский и Юечка снова два трейтера. А такое бывает, что одним этим... О, минус Денжо. А я смотрю на стриме за тобой, а на Юечкой смотрю у себя. Юечка тоже сделала какие сразу возле электричества, стала в угол и выключила электричество. О, сразу килл! Подожди. Сразу, да, нашли. Well. У меня Дима прав, кто в электричестве еще был? Я. Смотри, я на выходе с электричества нашел труп, как бежать направо. Вся инфа, которая у меня есть.
Но я два задания выполнил. Я с админки начал подниматься наверх на салам. Ребят, кто, смотрите, кто убежал сейчас в центр карты вниз, где канистер стоит, и налево побежал? Ну кто тебе скажет, ты что, еблан? Не знаю, я побежал направо. Это я. Побежал влево вроде с антиком, вниз с админки. Марк, это я. А кто с тобой бежал? Нахуя! Ну просто в этом проходе лик сдохнул и лежит. Кто с ликсом бежал, тот и убил. Может, лик застоял, блядь? Может, старость просто на самом деле это своё дело. А Рома, ты где бежал? А я с админки выбегал наверх, салам. Наташа, нет! Нет, просто видел боевого и хантика, которые побежали в этот центр. Как эта хуйня называется? Центр, блядь, называй, мидл, нахуй. Админка? Склад. Склад. Хранилище? Не, ну я в админке, я не бежал на склад. Короче, инфиницы нету толком, давайте скип, потому что там вообще нормально. Юля с хантиком, да, в сторону админки, я точно видел, как они уходили после данных, потому что я с ними разминулся, я побежал направо навигацию. Так что пока сходится, наверное. А, ну смотрите, у нас еще есть 26 секунд, поэтому я хочу вам исполнить свой новый трек. Девочка, приятный стиль! Пряности! Это Ваня, он хочет отбить наши, типа, доводы на него. Так, хорошо. Смотрим дальше. Я также буду наблюдать за Юечкой, как бы, да? Потому что дело у нас хитрое. Пока она бегает все лениво, ничего такого она не происходит, так сказать, на карте, но... Блин, а я сейчас думал, что можно было даже убить кого-то. Я думал, что Наташу кикнут нахуй из-за этого мува, что она сказала. Я тоже думал. Это было, кстати, забавно. Но она так сказала, типа, знаешь, как трейдер бы, наверное, не сказал. Дядь, ну да, в принципе, слишком по-красному, потому что Наташа, если бы действительно убила, то нет. Боевал, кстати, убили уже. О, я вижу и второй хил, боевал убили на радаре, где все стоят. И туда пока никто, я вижу, по карте не направляется, все ходят мимо. Розовый находит труп. Макриски только что убил Тихантика. Два килла, кстати. Я нашел труп в админке. Каравай нашел труп. Это был боевал, была. Каравай, ты... Я был в левой части. Но на Каравая очень не много! Я не очень доверяю Каравая. О, пизда ему! Мне кажется, что он импостер. Я зашел в админку. Я был в левой части на камерах, меня кто-то закрыл. Просто какой хоть один довод? Потому что ты вылез или из постер. Этой... Из чего? Из как она называется штука? Из люка? Из люка, да. Замечательно. Я хочу, короче... Точно, да? Вылез из люка? Ну, там, кто, где... Кто? Ну, я видела то, что... Чего? Не прям из люка выходил, а именно где... рядом с люком находился, и как будто он вышел оттуда, ну, потому что он туда не шел. Ну, это не то, что... Скажите! Внизу, где гараж. Ну, где такое, брат? У нас, кстати, два трупа. Я пошел! Нет, я не знаю! Ребят, тихо. Просто я ему не доверяю, все. Наташа, в оправдание Каравая скажу, что у него было много возможностей меня убить, и, типа, мы с ним были на этом складе ебаном, он меня мог там убить. Я побежал на электричество. А я пошел вниз, выполнить задание, которое выкидывает мусор. Инсайдер, а ты где был? Просто Каравай уже был подозреваемый. Я поначалу бегал с кем? Да. Потом надо его душить. Наташей, с Марком, Вань. Да, вы в электричество сейчас пошли? Да, его сложно душить. Вань. Типа Вань, он как-то покрасил. Ты куда из электричества побежал? Но я бы душил Каравай. Я побежал наверх, стоп, подожди. Даже если я был бы красным. Я побежал вроде налево выполнять задание. Ну, короче, я стоял на камерах, потом меня кто-то закрыл на камерах, но никого типа со мной не было. Это в конце раунда? Ну да, ближе к концу. Так, не в самом Марк конце, не в самом, ближе к концу. Марк убили одного, да. Типа, Каравай мог, пафокашить. Двоих убили. Двоих? Да, Хантика тоже. Блять, я так... Димон! Димон! А что с Димоном? А где Димон? А Димона-то нету, блять. Это щелчок Таноса! Димон! Бля, ебанулся на голову. Чат! Какое количество лайков будет, такое количество сабок я подарю победителю. Ну, только, типа, поняли, там в тысячах. 20 там... сабок, ребят, 20 сабок всего лишь сейчас. Всего лишь 20 сабок. 20 тысяч лайков, значит. 20 тысяч лайков, это 20 сабок я подарю победителю. Если вам хочется, как говорится, можете поставить лайк. Ну, вообще, блядь, вы должны сразу ставить лайк. Ну, типа, почему нет, пиздец, вам что, сложно, нахуй? Ебать, все бегают вместе, ты видишь, какой толпой они бегают? Убивай кого-то! Это Юечка. Да ёбаный в рот, блядь, нихуя. Это Юечка, мы подошли чинить электричество Шурпата. Вань, ты видел? Да. Ваня, Юечка и вот, кого ёбнули ещё?
Почему? Генсуха. Потому так что я видел. Был с нами. Ты стояла рядом со мной, твоя моделька единственная рядом со мной была, а от тебя кровь отлетела. Нет, я тебя прям спамила репортом. Марк, ну да. Я пришла чинить так же, как и ты. Ну, я же видел убийство. Прям ты стояла, перед тобой моделька упала. То есть ты не чинил? Нет, я спамил репорт, я знал, что еще кого-то ёбнут. Потому что мы стояли в толпе. Я чинила, Марк. Ну, я говорю, Ковил килл, мы не кикнули никого, нет, блядь, если мы сейчас... Марк, подожди, тебя не смущает, что в прошлый раз был дабл килл? Потому что он меня мог убить очень много раз. Я тоже, Марк, верю. Короче... Ой, Рома, блядь. Девочки, может, и каравай, типа... Да, каравай, каравай. Точно, потому что... Каравай, да, надо. Человек надо кикать, но... Каравай, понимаешь? Не буду. По прошлому раунду инфа даже была по всем, кроме... Каравай, по мне была инфа. Мне жалко Дашу, да? Бля. Не говорила ничего. Мне кажется, Дашу слили просто. Это все лишь играть, очень люблю, я буду правда. Блять, каравай надо кинуть. Я Рома сейчас сам сможет нормально переиграть все, потому что Даша... Опять гремлина, антигремлина в душе, не так все просто, понимаешь? Когда ты сливаешь своего... Как минимум, ты чуть-чуть проседаешь по морали, потому что вы должны понимать, насколько проще вдвоем. Ну, вот одному в мире сложно, так же самое и в игре. Типа, вдвоем намного проще. Вот есть такое, например, такая тема, что очень много людей не могут играть в одиночку. Вот, например, в одиночку они показывают очень плохой результат, а вместе, когда у них есть какая-то поддержка, то есть многим людям нужна поддержка. И как раз-таки в этой игре очень сложно играть самому. Рома, да, он может накилять, но ты же должен понимать, что предыдущая игра, которую он выиграл, это все равно больше удача, нежели его супер-мастерский скилл. То есть там все равно повезло. Один чуть-чуть отошел, как говорится, он его заколол, потом еще, ну, типа... Хз, типа, я не знаю. Но бро, есть такая хуйня, типа, надо играть не на удачу свою, а на неудачи других. Во, на ошибках других. И, как мы видим, Марк уже откис нахуй. Самый главный претендент. И надо оставить каравая и еще кого-то. Опа. Бля, ну я опять нашел труп. Ой, давай нахуй его! Мне кажется, это каравай. Надо каравай. Блядь, где труп? Короче, сверху справа, где я нашел Гуччи Молли. Сверху справа, где вейпен. Как это, блядь, оружие нахуй стрелять? Кто где был? Не курите. Я вбегал с инсайдером, ну понятное дело. Рома, где ты был? А, на левом реакторе. Слева, да? Да. Каравай! Я сейчас прошлый раунд, когда делали два килла, я стоял. Рома мог пиздеть, он может сказать, что он слева был, оказывается, он типа убил вейпом, типа убежал. Ну, могу пиздеть, да. Каравай, только когда дабл был, я стоял на камерах. У нас, смотрите, у нас сейчас один только импостер. Вот именно это ты, каравай, блядь, я бы каравая бы душил, пиздец. Ванёк. Я бы пиздец. Я точно не думаю. Ой, блядь. Что такое каравай? Мне кажется, это он. Нет, мы с каравайчиком долго бегали вместе, у него был варик спокойно на изи меня убить, он меня не убил. Но вот не убивал, а может вариант просто... только либо Рома, либо ты остается все. А, либо я? А, это, блин. Да. Нет. Ну, тогда каравай. Тогда можно, охуярить. Каравая. Можно не думать. Я не знаю, у меня в бане были красные по первых раундах, как я бегал. Потом, когда был даблкил, я стоял просто на камерах. Давайте лучше скипнем в натуре. Мне макритки не нравятся. Если инсайдер, типа, на меня лучше думает, тогда давайте нам, это. Нам нельзя промахиваться сейчас. Труп был справа сверху. Ты сейчас шел справа сверху в сторону навигации, правильно? Я тебя встретил. Я? Да. Ты ведь ко мне зашел, направо. Ты посередине справа там есть... Строго инсайдер красный, это понятно, надо каравая. Ты ко мне зашел, увидел меня и вышел. А потом репорт, ты еще думаешь на меня? Так я-то не скрываем, в другом месте был. Надо убить инсайдера или строго. Инсайдера надо убить. Же... Строго не тебя убивай. Строго не тебя убивай. Инсайдера нужно убить. Инсайдера надо убить и пизда. Все. Надо убить инсайдера. Прямо сейчас. Даже в толпе. Строго подумай, что это каравай. Надо просто Макрискому надавить на строго, чтобы он понял, что это каравай. Просто надавить на строго. Ну тут все равно сложно, понимаешь? Вот они бегают вместе. Ваня не глупый. Смотри, вот они бегают вместе. Блять, смотри, вот они бегают вместе. Он выключает сейчас свет, ебашит инсайдера, и все, и каравай нахуй вылетает. Так. Ебать, я, сука, бежал на эту кнопку ебашить. А, так каравай не умер. Ну, тогда скип давайте сразу, потому что я подумал, инсайдер ебнул каравай. Да-да-да. Бля, вот сейчас сколько у вас заданий? У меня все задания сделаны. Я все сделал. Сало бегаю.
Я все сделал. Типа, так у нас Ваня... только Ванёк задание сделал. Я, да, я не делал задание практически. Опа! Потому что я импостер инсайдер. Бля. А тебе еще дохуя? Да. Бля. Ну вот, мы видим, что он красный. Но инсайдера надо убивать 100%. Не. А кого, по твоему мнению, нужно убивать? А, хотя да. Ну, блядь. Может вообще Ванька убить? Убить Ванька? И Ваня подумает, что вдруг Каравай убил... Ну хотя не Ваня, не такой тупой же. Сейчас будет... Каравая убивать нельзя. Блядь, ну они сейчас будут вместе бегать всю игру, нахуй. Да, они будут вместе делать всю игру. И... Надо выцепить одного, кто побежит на реактор. Не получится. Они вместе побегут, да? Бля, я бы не нажимал на месте Ромы. А чё? Блядь, ну подождал. Кто-то не замутился. Блядь, ну что ж делать? Может ёбнуть инсайдера и сказать, что это каравай? Орать. О, да! Бля! Короче, ебать, я гений! Он передо мной только что ёбнул, Вань. Ебать, что? Давай, короче, убил инсайдера. Я бы не убивал инсайдера, инсайдер бы... Я бы не убивал инсайдера. Я бежал сзади, я бежал сзади. Инсайдер. Инсайдер был на моей стороне. Он сказал, это... он знал, что я был... Чё? Расскажи, потом я расскажу. Нет смысла. Расскажи, пожалуйста, я расскажу. Мне нет смысла инсайдера. Хорошо, расскажи, пожалуйста, я расскажу дальше. Давай. Ну, расскажи, я расскажу дальше. Я говорю, мы... В смысле, всё, что короче, голосуйте, голосуйте. Я, мы... я не сказал, у кого, голосуйте. Мне нет смысла убивать инсайдера, потому что... Бля, да! Бля, да нахуй Ваню, инсайдер! Бля. Да, бля, ебать, вы пососали хуй! Блядь, сука, я такую... Я такую речь, нахуй, готовил! Ебать, мы с Дашей Бонни Клайд, нахуй! Ваню, тебе похуй на игру, или что? Как ты это делаешь? Я вообще первый раунд, и только я убивала! Congratulation, guys! Congratulation! Я с самого начала думал, что это каравай. Ваню, Ваня же сказал, сука, старпор ебаный, блядь! Завали свою ебучку, нахуй! Ваня сказал, что он с караваем бегал, это не может быть каравай, блядь! Чуть вспомню предыдущие раунды, ебаный в рот кнопку тыкает! Вань, Ваня, 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 у тебя два ребенка сзади сидит, ты чё такой? Не матерись, реально! Блять, я такую речь нахуй приготовил, строго сразу хуйнул. Не матерись, не мать, кончик. Бля, меня Ючка постоянно убивает вначале, заебал Даш, какое зло я тебе сделала. Ты слишком умная. Ничего, ты сейчас импульсором будешь, убьешь и я. О, я хочу посмотреть за игрой боёв.